Маруся Шмидт. Григорий Алексеевич, каково ваше отношение к развитию ипотечного кредитования в РФ? Плохое отношение к развитию того, как развивается ипотечное кредитование в РФ. Население нашей страны, если говорить в этих терминах, или как мне больше нравится, люди и граждане нашей страны, к таким грабительским процентам ипотеки, которые у нас есть, совершенно не приспособлены. И ипотечное кредитование хорошо и правильно тогда, когда фундаментально жилищная проблема решена. А когда за счет ипотеки хотят решить фундаментально жилищную проблему, так ничего не выйдет. Если у вас для 90% или там для 85% граждан жилищная проблема решена, и нужно просто для молодежи это решать, для улучшения жилищных условий, это одно дело. А когда 80% нуждается в жилье, за счет ипотеки сделать ничего невозможно. Особенно при таких воровских процентах. Илья Довгий. Григорий Алексеевич, Яблоко действительно против закона о запрете абортов. Я вам скажу, я против абортов. Любой нормальный, здоровый на голову человек против абортов. А остальное тоже профессиональные там всякие разговорные пути. Но нормальный человек должен быть против абортов. Нужно делать все, чтобы абортов не было или почти не было. Вот.